А мне как раз налево здесь. Нормально. Гравил тайм. Даже не гравил, а прям грязюка тайм. Клевый сегмент засчитался. Я так и мимо сегмента поехал. Немного обидно, ну ладно. Асфальтовые кочки, корни повылезали из дороги. Оп. Как-то не хочется портить идиллию вообще благостности отношений между людьми. Даже притирку обгонять не хочется.
это, по идее, официальный веломаршрут номер 23, если не ошибаюсь. То есть он вот так вот сюда приводит. Так, здесь, чтобы не нарушать, надо спешиться через переход там и так далее, все вот этого. Все, что мы любим, короче. Тут что-то пробень стоит какая-то. Так, надо не пугать никого. Вот знаки стояли веломаршрута. Хорошо, как-то люди трещотки очень сильно пугаются, оно громко и неловко. Очень много народу. В общем, это лесопарк Гостевар. Сейчас дорожка приведет нас к одноименному озеру. Вернее, водохранилище Гостевар. В связи с хорошей погодой, там, наверное, очень много народу будет на велодорожке. Надо попробовать объехать эту стороной. Там будет огромная гора. Там что-то типа 15%. Поехали, попробуем заехать в горку. Сразу самую низкую передачу ставлю. И поехали. Неплохо. Подъем еще идет, если что.
Вот только здесь по полаживанию пошло. Фу. А, хорошо. Надеюсь, цифры все на GoPro будут видны. Фу. Вот такой здесь у нас лесопарк. Небольшие лужайки встречаются. Даже сосны иногда стоят. В принципе, красиво. Будет. Здесь, конечно, колеса пошире хочется. Зацепа очень мало. Стрёмно. Такие сыпухи. Сыпуха, камни. И вот эти вот канатки по перегородке металлические, которые иногда торчат. Приходится перепрыгивать немножко. О, впереди какая грязюка. Как бы я объехать. Ну, нормально, терпимо. Даже обода не запачкал. Тормоза-то ободные, блин. Ну все, обратно это велодорожка вдоль озера, которая идет. Дорожка просто для матрасного катания, то есть пешеходов очень много. Быстро не поедешь, опасно. Такая рекреационная тема, чисто парковое катание, короче.
люди прям расступаются при звуках трещотки. Прям аж в обочину вжимаются, не знаю. По высоте обратно на ту горку забрался, короче, с которой по грунту съезжал. Вот я на ту же высоту по асфальту.
вот отсюда на всю Прагу вид. Вот там вдалеке башня, это как ее башню-то эту, господи, в Смихове, которая стоит. Конечно, у него завершаем маневр типа. Ездят. Всякое бывает.
короче, все, кто досюда досмотрел, те молодцы прям. Я не знаю, конечно, специфический контент, но если вы это смотрите, то спасибо большое за внимание.